Сейчас почитаем Сергея Козлова, сборник «Правда, мы будем всегда». Ну а начнем давайте с того, как ежик с медвежонком протирали звезды. Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазил на сосну и протирал звезды. «Если я не буду протирать звезды каждый вечер, — думал он, — они обязательно потускнеют». И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брял тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку с сучка на сучок подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, на нее уходила вся ночь. «Ну а как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же тогда будет протирать звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал. «Удивительно, как это ежику пришла такая счастливая мысль? Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная!» И он дунул на звезду и потер ее тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.